Всех приветствую, я Донис. Мы продолжаем проходить Dying Light 2, и нам с Эйденом надо действовать максимально быстро. Найди путь наверх, скорее. Диспетчерская, наверху. Ну, как обычно, нам всегда надо лезть наверх. Иного я не ожидал. Так, тут ничего интересного нету. Так, это слишком высоко. Быстрее! Зараза! Я знаю! Холера! Тут все заперто. Нашел! Молодец! А теперь самое веселое. Я лучше, чем живой. А может и нет. Эйден? Эйд, ты в порядке? Да, вколол блокиратор. Слава богу. Вроде спаслись. Рад слышать. Подключаемся. Серьезно? Давай. Скрести пальцы. Момент истины. Она еще, наверное, надеется своего сына найти. Черт, что-то сломалось. Прикалываешься? Да, это старая система. Подожди, дай мне ключ. Доступ разрешен. Здесь список пациентов и персонала. Что посмотрим сначала? Мия. Поищи Мия. Это твоя сестра? Да. Ничего. Невозможно. Она была со мной. Я ищу. Только не говорите мне, что она была в его воображении. Прости, Эйден. Нет пациентов с именем Мия. Черт! Не может быть! Или просто все подтерли? Введи мое имя, Эйден. Эйден, есть одна запись. Среди детей младшего возраста. 2020 год. Эйден Колдуэлл. Это твоя фамилия? Ну, теперь да. Что там? Данные засекречены. Только одна запись. У пациента обнаружена повышенная устойчивость к веществу. Выполнено большинство тестов. Образцовые результаты. Надежда человечества. Да, кажется. Есть еще что? Нет. Это все. Вальц. Ищу. Одна запись. Клинические исследования. Вещество 1354. Проект закрыт. Все пациенты выписаны из центра. Посмотри список имен. Выписаны. Все? Да. Проклятие. Не сказано, что с ними стало? Или об этом веществе? 1354, да? Извини, Эйден. Тут еще. Вещество также было опробовано на нескольких зараженных. На объектах ВГМ в городе. Безрезультатно. Проект осуществлялся на объекте X-13. Вот он! В конце концов, он был закрыт. Как и сам объект. Он существует! Есть что об этом X-13? Здесь? Сомневаюсь. Но я о нем слышала. X-13 был центром операции ВГМ. А вещество? Знаешь, что это?
Эйден, было так много тестов и клинических испытаний. Давай я поищу результаты в базе данных. Что-то не так. Ты о чем? Написано, процедура запущена. Еще одна процедура? Я ищу. Тут столько данных. Начато, затем приостановлено. 11 лет назад. Возобновлена пару дней назад. В X10. Еще есть карта. Часть объектов помечена, включая обсерваторию. Что все это значит? Понятия не имею, но... Найдены нарушители. Зараженные? Они должны быть где-то рядом. Найдите их. Ренегаты. Похоже, нас выследили. Времени нет. Быстрее. Возьми ключ, спрячься где-нибудь и запрись. Я разберусь. Эйден, мы даже не знаем, сколько их. Я справлюсь. Напоминаю, число при Иксе значит уровень важности сооружения объекта. То есть 13 — это запредельное число. Эх, уроды. Предлагают попробовать от стелса? А это будет стелсом? Да ладно, тут не до стелса. Ты смотри, что вытворяет. Холера. Ну, кто там еще? И все? Какие лохи. Я, кстати, топор какой-то взял. Давайте сабельку лучше. Граната нафиг не нужная. Столько хлама. Так, пойдем к Веронике. Вероника, ты цела? Да. Но у меня плохие новости. Эти объекты на карте ВГМ. Похоже, это цели. Цели для ракетных ударов. Ракетных ударов? О чем это ты? Протокол ликвидации. У нас мало времени. Послушай, тут отмечены Реверент и Гаррисон. Это Централ Луп. Там живут люди. Предупреди Фрэнка. Хорошо. Хорошо. Фрэнк! Фрэнк, твой район отмечен на какой-то тактической карте. Нужна эвакуация. Что? Нет времени объяснять. Заставь всех уйти, Фрэнк! Черт. Так и сейчас. Откройте, дяди, чтоб вас! Жди, я подберусь к ним сверху и уничтожу. Тебе ничего не угрожает. Да я бы и напрямую разобрался. Ну ладно, давай. Сверху так сверху. Я тебе наслышан. Можно сказать, я твой фанат. Неужели? Дать тебе автограф? Я порву тебя на куски. У меня есть автограф. Горючие. Эйден! Эйден, я в ловушке! Мне это очень не нравится! Зараза! Я там устрою кровавую баню! Хорош! Вероника! Опасность миновала, но нужно уходить! Вероника! Что-то не так, блин! Я этого боялся. Надеюсь, ее не похитили. Так же, как с ее сыном было. На минутку оставил.
Вероника, ты здесь? Зараза! Вероника! Ответь мне. Мне пришлось выйти наружу. Прости. Я чувствовала себя в ловушке. Хорошо. Где ты? Я шла к лифтам. Я... Вероника, что случилось? Здесь кто-то есть. О, нет. Нет, нет, нет! Вероника! Она была здесь. Это ее раз. Разыскать. Выслышали просто. Это уроды. Тех туда попасть надо. Блять. Это просто аптечки. Те же самые фотки. Блин, все появилось заново. Столько ресурсов. Ладно, уходим. Держись. Тех, а здесь куда? Вероника, ответь мне. Держись, Вероника. Я иду. Вальс, ублюдок, может, сейчас я доберусь до тебя, скотина. Я же все это лутал. Это мой клюв. Где же мой клюв? Хорош. Беги. Давай, добей его. Контрольный выстрел, Эйден. Вероника, беги отсюда! Охренеть! Это скотина! Зараза, куда здесь? Ах, скотина догоняет! Очень круто, обожаю такие моменты. Еще далеко. А Вероника-то как быстро бежит! Поразительно, что сразу не вышиб. Вероника, уходи! Ключ. Дай его мне. А ему не нравится ультрафиолет? Беги, я остановлю его. Зачем тебе этот ключ, уебок? Что ты сделал с Мией? Бедненький мальчик. Мии не существует. Отдай мне блядский ключ. Что ты сделал с моей сестрой? Ее давно нет. Нет. Я убью тебя! Зараза!
Неужели это финальная битва? Я думал, у меня больше времени. А вот так вот. Зараза. Не, ему пофиг. Так, у меня вот что есть. Ха-ха-ха-ха. Скотина. Он почти в терминале. Ты блюдок. Так, что у меня хорошее есть? О, С4. Гранаты вроде были, не? О, 17 штук. Сейчас мы их используем. Так и дружок. Куда-то же надо их девать. Так, С4 теперь. Утилизируем всякую хреноту. А как взорвать-то? Не сразу. Ну! Зараза! Сейчас будет следующая фаза, видимо. Ты должен был давно умереть. Только после тебя. Эйден, держись. Все будет хорошо. Только держись. Где вальс? Все хорошо, Эйден. Все хорошо. Эйден, нет! Зараза! Я надеюсь, он не убил ее. Эйден, что ты натворил? Как же так? Вероника, о боже, нет! Вальц, что ты со мной сделал? Открыл тебе правду. Что? Слишком поздно. Охренеть! Эйден! Эйден, где же ты? Эйден! 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 Эй, я засекла сигнал! Быстрее, под этой кучей! Он здесь. Эйден, держись. Такая кровь на руках. Это никогда не смыть. Луан, Валь забрал ключ. Блять, какой ты тяжелый. Почти дошли. Только держись. Держись. На волоске. Но я думаю, там не было разветвления. Ты пришел в себя, слава богу. Прекращай уже это, а? Ты заставил меня волноваться, а я ведь не волнуюсь. Не подходила, Ван. Ого. Не скажу, что я ожидала цветов. Но за то, что я выкопала тебя из-под завала и притащила сюда, можно было бы хотя бы сказать спасибо. Ты не понимаешь, Луан. Я... Ты что? Я убил Веронику. Что? Убил. И это не все. Я превращаюсь. Я видела тело Вероники. Разорвано на куски, как прыгунами. Ты не мог.
сожалению, еще как мог. Это все я. Эксперименты Вальца. Тогда в больнице. В базе ВГМ не было сведений о Мии. Но я узнал о препарате, что давал нам Вальц. Он оказал сильное воздействие. Вальц сказал, что Мия мертва. Мне нужно уйти. Иначе я стану угрозой. Для всех. А что, если он врет? Что, если Мия жива? А даже если и нет, ты не убивал Веронику Эйден. Это был не ты. Я повторяю, это был не ты. Если это превращение происходит из-за Вальца, мы заставим его все исправить. Ясно? Я помогу тебе. А как? Вальц придумал ингибиторы. Он должен знать, как остановить побочки. Что это? Пойдем. Наверное, еще одно здание рушится. Луан молодец, справила мозги. Я знаю это место. Мясник закончил то, что начал 11 лет назад. Это Вальц. Он использовал ключ, тогда все и началось. О чем это ты? Дилан не хотел, чтобы ключ ВГМ попал к Вальцу. Он знал, что это чревато. Вальц забрал ключ у Вероники и сбежал. Он будто нужен ему еще для чего-то. Теперь ты понимаешь? Ты должен остановить его. Его и Уильямса. Любой ценой. Луан, я не могу контролировать превращение. В любой момент я... Когда ты почувствуешь что-то такое, просто иди к ультрафиолету. Мне не остановить их одной, Эйден. Ладно. Ладно, вперед. Вот теперь ты говоришь как Эйден. Фрэнк с Хуаном и Мэттом собираются в крепость. Он хочет встретиться с мясником. Что? У меня была такая же реакция. Но он говорит, что после бомбежки Уильямс вышел на связь. Он хочет поговорить. Фрэнк сошел с ума? Так может, это не Уильямс? Вот поэтому я и хочу прикрыть этих придурков. Отправляйся в Рыбий Глаз. Может, тебе удастся отговорить Фрэнка от этой затеи. Если не получится, я буду рядом. Может, Уильямс и не виноват тут? Эйден, никто не должен знать о Веронике. Запомни. Я знаю, что не ты это сделал. Но Джек, миротворцы, им насрать. Они нас не остановят. Не смогут. Да уж, с Вероникой очень скверно получилось. Целое здание. Это не здание разработчиков рухнуло? О, боже. Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк, слышишь? Охренеть. Нет, наверное. Не-не-не, вот это здание разработчиков. Это ненужное. Было бы нелогично, на самом деле. Так, тут ничего интересного нету. Не, ничего, полетели, значит. А я сейчас, интересно, могу выполнять какие-то побочные задания? Ни хрена не видно. Вот задница. Я уже много пролетел, до сих пор ни хрена не видно. Похлеще Silent Hill'а. Зараза. Тут весь город запылило. Давайте-ка вот здесь приземлимся пока что. Вот задница, офигеть. Похоже на концовку игры.
Я рассчитывал, что будет еще какое-то время. Так, тогда полетели-ка вот сюда. Дезертир. Подделаем то, что еще не сделано. И вот еще ВГМ аномалия. Таких типов охранники обычно задерживают уже на входе. Но лучше быть. Сегодня не слишком оживлен. Ну, мэр так и не появилась, да блин. Ты не спрашивала об этой перчатке для меня. То есть неправильная последовательность выполнения задания у меня была. Теперь все. Обидно. Этот квест, видимо, теперь уже никак не выполнить. Ну ладно, полетели на прорыв. Посмотрим, что там за совещание такое будет. Но я думаю, что мясник будет оправдываться. Будет говорить, что это не я, что вальс вышел из-под контроля. Что-нибудь типа того. Как же мне жалко Веронику. Такая трагичная судьба. Не могу набраться смелости. Ты в порядке? У меня голова болит. Это от пыли. У других то же самое. Какие коврики тут? Если бы я не слышала предупреждения Фрэнка. Я знаю. Я чувствую то же самое. Что если в следующий раз? Хакон, кто мог так с нами поступить? Что вы делаете, мужики? Если Луан тебя бросил, это не повод бросаться во все тяжкие. С мужиком. Эй, ты уже давно с нами. Ты уже практически... Ну, не один Хакон такой. Я так понимаю, это стало мейнстримом. Если вы ранены, в другом глазе есть лекарства и еда. Свяжитесь с нами по рации. Или вывезите флаг на доме. Ночные бегуны вернулись. А, Фрэнк. Эйден, ты живой? Фрэнк, если собираешься в крепость, я с тобой. Шкет, погоди. Сядь и выслушай меня. Ты спас кучу народа. Без тебя я бы не смог никого предупредить. Но... не думаю, что это хорошая идея. И дело тут не в вальце. Ставки слишком высоки. Ты о чем? Так, я расскажу. Но это останется между нами, понял? Говори уже. Грядут новые бомбежки. Уильямс говорит, большая часть Централ Лу будет уничтожена, понимаешь? Ух ты! Это угроза или ложь? Мы этого не узнаем, пока не начнем переговоры. А если это ловушка? Эйден, послушай. В начале пандемии Велидор был одним из 20 городов, изолированных ВГМ. А знаешь, сколько из них осталось? Один. Ни одного. Только наш. Их разбомбили, когда вирус вышел из-под контроля. Велидор был спасен, потому что кто-то остановил бомбардировку. Думаю, это был Уильямс. Вот это поворот! Как все меняется, да? Уильямс не такой уж и мясник, да? Я не верю мяснику или вальцу, Фрэнк. Я хочу с тобой. Если что-то пойдет не так, помощь пригодится. Ладно, мне тебя не остановить. Пойдешь с нами, но не дергайся и слушайся меня, ясно? Эйден там сам может всех прикончить. И Фрэнка в том числе. Эйден! Эйден! В тот раз ингибиторы помогли, кстати. Охренеть, где это я? Это что за труп? Айтер?
ним что-то происходит! Валим отсюда! Он превращается! А это воспоминания! Тут Эйден еще контролировал себя. Айтера не порвал. Начало киберпанка? Ты вот-вот появится. Точно все нормально? Бывало и хуже. На, пей. Уверен, что готов. Все путем. Жить буду. Они не знают? Про новые бомбежки? Нет, не знают. И ты им не скажешь? Если договоримся с полковником, не придется. А если нет? То и рассказывать будет некому. А сегодня они заслужили вечеринку. Разыщем Хуана. Он тоже празднует. Хуан, давненько мы не виделись. Где Мэтт? Он здесь или, как обычно, опаздывает? Мэтт наверху. Ждет. Пошли. Эйден, друг, я рад, что ты жив. Неужели разговорился? Взаимно, Николас. А я и не был бы жив, если бы не ты. Да тут все бы померли. Удачи, Амиго. Это типа обязательная ставка, чтобы игру не засудили. Мэтт, все в порядке? Это пиздец, Фрэнк. А если это ловушка? Мы должны нанести удар по этому ублюдку, пока он не спалил весь город. Вот поэтому мы в жопе. Этот болван хочет еще больше усугубить ситуацию. Хватит! Уильямс сказал, будут обстрелы, и он должен знать, как это остановить. И раз уж он любезно согласился поговорить, мы наденем лучшие костюмы и с широкой улыбкой отправимся на его остров. Двигай жопой, Мэтт! Только если надеру его жопу. Вперед на заклание! А Уильямс может что-то знать про Мэтта нехорошее. Ну что, побежали? Эй, Эйден! Не идешь? Похоже, их там целая толпа. Готов поспорить на что угодно, что Мэтт все испортит. Гарантирую, блядь. Есть план Б? Импровизировать. А если он тоже? Не волнуйся ты так. А что еще делать? Фрэнк! Твою мать, так и знал! Фрэнк, помогите ему! Ну это кто-то со стороны, по-моему. По-моему, это кто-то со стороны, потому что вы видели, как ренегаты все стали такие вот... В неожиданности, что ли? Затряслись.
Или мне так показалось? Блоки он тут ставит. Зараза! Как он сейчас вернулся? Хорош. Я надеюсь, Фрэнка не убили хоть? Время идет. Остановите! Держись, Фрэнк. Догони их, я останусь с ним. Блин, Фрэнк! Что случилось? Что случилось? Ренегаты подстрелили. Где ты был? Эйден. Спокойно. Эйден. Догони грузовик, или мы упустим мясника! Блин! Я его не брошу. Стрела отравлена. Это конец. Я был прав. Это была ловушка. Держи, на грузовике маячок. Не упусти их! Что бы ни случилось, пообещай мне, что ты позаботишься, Луан. Обещай. Обещаю, Фрэнк. Да ёб твою мать. Маргарет может помочь. Нельзя так доставать остриё. Нет, Эйден. Если упустим мясника, Фрэнк погибнет зря. Хочешь спасти Фрэнка, поспеши. Пойду за противоядием. Останови машину, слышишь? Останови! Эйден? Ты там? Что случилось? Эйден? Ренегаты напали. Ранили Фрэнка отравленной стрелой. Он? Он поправится. Иду к травнице за противоядием. Я иду к мяснику. Прикончу этого сукиного сына. Зараза! Нет, Луан. Иди к Фрэнку. Ты нужна ему. Я должна... Оставь мясника с Вальцем мне. Позаботься о Фрэнке. Ладно. Убей их обоих. За Мию. И за Фрэнка. За Мию. И за Фрэнка. И за Сашку. А если бы я в том квесте напортачил тогда? Помоги! Мой друг! Его отравили ренегаты! Успокойся. Покажи мне яд. Посмотри на... Ну? Маргарет! Ты уверен, что это ренегаты? Да. А что такое? Я уверен, что это не ренегаты. Эйден, достал противоядие? Пока нет, но... Яд сильнее, чем мы думали. Фрэнк долго не протянет. Мне срочно нужно противоядие. Передай мне склянку. Вон ту, с зелеными травами. Я думаю, это Джек Мэтт подстроил. Чувствуешь? Тот же запах. Ренегаты используют курары. У него нет запаха, тем более настолько резкого. Просто скажи, что нужно. Это заповедная фиалка. Нейтрализовать яд можно водными травами. Чтобы снять отравление, нужно 5 штук. Они растут в водоемах. Прежде чем давать, смешай вот с этим. Окей, не забыть. Фиалки, 5 штук, смешать вот с этим. Зараза. Где они? Холера. Так, есть. Нечто подобное в первой части было, помните? По-моему, тоже красные растения мы собирали. Зараза. Жаль, таймера нету. Было бы круче. Я думаю, это Джек Мэтт устроил.
Он не хочет, чтобы мы контактировали с мясником. У Джека рыльца в пушку. По самое не хочу. Так, под машиной прямо. Прекрасное место. Вон еще. Ага. Так, еще одна травинка осталась. Вон она, моя хорошая. Так, отлично, теперь к Фрэнку. Эй, да ну он умирает. Сраза! Противоядие у меня. Бегу. Вот, теперь таймер пошел. Отлично. Круто. Офигенно. Реально остросюжетно так, загадочно. Кто-то там говорит, что эта часть слабее, чем первая. Ну, не знаю. По-моему, она как минимум не хуже, а то и лучше. Зараза, давай! Достал? Да. Дай туда. Эйден, ты мне обещал. Помни. Помню, Фрэнк, не волнуйся. Отойди. Пей. Ну, давай. Давай. Фрэнк? Фрэнк? Нет. Нет, нет, нет. Да не может такого быть! Борис, что у тебя? Борис! Я что, зря траву собирал? Не может быть. О. Ты очнулся, Фрэнк. Все хорошо, дыши, дыши. Вот так, вот так. Я отрежу Уильямсу хер и запихну ему в глотку. Целительница сказала странную вещь. Какую? Что ренегаты не пользуются таким ядом. Теперь пользуются. Но в чем смысл? Уильямс же хотел поговорить. Потому что это обман. Я иду в крепость. С такой раной не пойдешь. Кто-то должен приглядывать за ним. Ладно, попроси помощи у Джека. Он знает, как попасть в крепость. Эйден, не облажайся. Это я обещаю. Как же круто, концовка прям бомбезная. Джек, Луан сказала, ты знаешь, как попасть в крепость. Поднимись на крышу, Эйден. Оттуда проще поймать сигнал. Ох, Джеку Мэтту я точно не буду доверять. Я подкупил водителя ренегатов. Он будет ждать тебя и отвезет в крепость. Кто он такой? Тот, кем легко манипулировать. Увидишь. Как тебя видит? Почему не остановил его раньше? Я пытался, но стрельба его спугнула. К счастью, у нас есть передатчик. Давай на крышу, пока сигнал не пропал. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.